Сотрудники Одинцовского УМВД просят граждан быть особенно бдительными в дни проведения всероссийской переписи населения. Настоящих переписчиков легко узнать. Специально для них изготовлены фирменные жилеты, шарфы и сумки. Прежде всего, переписчик должен представиться и показать свои документы. Он не будет интересоваться паспортными данными и принадлежностью жилища. Тем более требовать за участие в переписи денежные средства или предлагать товары и услуги. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных не используется.